Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас признал колоссальные масштабы бегства мобилизированных граждан и кадровых служащих из вооруженных сил Украины. По его словам, из рядов вооруженных сил сбежало более 10 тысяч военнослужащих. Бегут не только рядовые, но и высшие чины командования. Особенно обидно, что у нас появились факты дезертирства не только среди рядовых, но и генералов. Только что в суд по факту дезертирства направлено обвинительное заключение в отношении генерал-майора службы внешней разведки, отметил прокурор. Матиас подчеркивает, что его ведомство не обладает информацией о военных преступлениях, включая дезертирство, совершенных участниками добровольческих батальонов. Они находятся под юрисдикцией Украинского министерства внутренних дел. Добавим, что хотя на территории Украины и не введено военное положение в связи с ситуацией в Донбассе, в Уголовном кодексе предусмотрено ужесточенное наказание за дезертирство и неповиновение, как если бы преступления были совершены в военное время.